Тарифы ЖКХ вырастут сегодня по всей стране в среднем на 4%, а вот в Алтайском крае цены на тепло, свет и воду поднимутся на 5,7%. Выше этой отметки тарифы на ЖКХ вырасти не могут, это прописано в постановлении правительства. Однако органы местного самоуправления могут оспорить это решение и повысить установленную норму. В Алтайском крае это и произошло. Выше нормы цены поднимутся в 146 муниципалитетах. В Славгороде и Барнауле стоимость услуг ЖКХ вырастет почти на 16%. Чуть меньше тарифы повысят в Наукограде на 13,5%. Предельный индекс у нас по городу 15,7%. Но каждая услуга вырастет на различный процент. То есть у нас, например, отопление на 17% вырастет, а электроэнергия на 2,8%. То есть, все на свой, скажем, уровень. Напомню, тарифы ежегодно меняются по всей стране с 1 июля. В нашем регионе сейчас больше 700 ресурсоснабжающих организаций. Изменение тарифов на отопление, горячую и холодную воду, а также водоотведение индивидуально для каждого поставщика услуг. Но вот стоимость электроэнергии для всех едина. Она составит 3 рубля 70 копеек за киловатт.